Всем привет! Один пакет мини-ленты. Два пакета мини-ленты. Три пакета. Куча пакетов мини-ленты. Все в кадр не помещаются. Смотрите, все в кадр не помещаются. Короче, сегодня будет распаковка. Конечно, не всего этого количества, которое вы сейчас видите. Я разделю где-то это на три или на две части, эту распаковку. Тут где-то 50 штук. Короче, в этот раз масштабно будет, и попробуем уже собрать коллекцию. А так, вкратце, акция стартовала уже, идет как уже две недели или одну. Называется мини-лента, новая. Акция «Возвращение, так сказать, легенд». Да, помните те маленькие миниатюры, которые давали? Я думаю, что те были лучше, чем вот эти вот липперы. Такое слово, да, придумали тоже мне. И вот, какие у меня были собраны. Еще у меня в том выпуске была повторка Феликса, поэтому я ее убрал, чтобы можно было оценивать сразу же, что у нас попадется. Я думаю, сегодня мы вскроем 20 штук. Я думаю, не буду делать монтаж этого видео. И сразу так сниму, попробую. Чтобы вы посмотрели все, так сказать, в необрезанных частях, или как-то это называется. Ладно, в общем, вот такие у нас есть. Давайте мы поближе поставим. Будем искать. Но я думаю, уж не будет таких 50 штук одинаковых, или таких. Или даже вот этих 30 одинаковых, или вот этих 20 из 50. Короче, начинаем. Ну, я не знаю, что вам объяснять. В том видео я все рассказал. Еще есть золотой код, которого хрен найдешь. Наверное, в этих 50 штуках не будет. Или может будет. Первый пакет. Я думаю, вам не надо объяснять, что это такое. Я так быстро объяснил. Сегодня будет распаковка пакетов. И первый наш, ой, кажется, этих морковок много будет. В выпуске. О, что-то новое, пончик. Кстати, пончик у нас, вот он, ой, другого цвета, странно, или... Нет, другой цвет, да, ну вам даже на камеру видно, и мне видно, моя камера не глючит, не размывает, или не те цвета дает, все правильно моя камера дает, там просто такой цвет, а так он желтый пончик, хотя должен быть бежевого, потому что это же булка, ну не понимаю, теплый дар такой пончик, в общем... Следующий пакет, и в следующем пакете нам попадается. О, что-то новое. Пицца. Я думаю, не буду объяснять, как в том выпуске, вот как это делается. Ну, в общем, такие липперы, которые скрепляются друг с другом вот так, с помощью этих присосок. Еще их можно присасывать к чему-нибудь. Ну, вот, например, сейчас вот сюда пришмандорю. И тут еще помята присоска. Еще они бракованные. Ну, прошлую, давайте. Заним. У меня тут поверхность. Ну, в общем, они присасываются к поверхности глянцевой, не матовой. И вот такие вот. Ну, я не знаю, что тут объяснять. Игрушки, конечно, прошлые были лучше, но они были и сложнее в изготовлении. Там были, помимо текста крошечного, еще коробочки, то есть эти целлофановые пакеты, надутые даже были пакеты, то есть это действительно сложно производить. А эти штампуй в пресс-формах, резину заливай, штампуй принт, все, готово, и пакеты делай. Следующее. Вот такой какой-то пингвин. Ух ты, пингвин.
А, тут какая-то надпись. Я думал, просто фигурка пингвина. А что, они могут все сделать? Или мы все сегодня вскроем? Как вы думаете, если мы так будем быстро, то, в принципе... Хочу нарезать. Туда его. Авокадо. Такой фреш, фреш. Лента фреш, да, получается. Авокадо. Ну, смотрите, у нас пока все новые попадаются. У нас, получается, попалась пицца новая. Вот эти два. Пончик и вот повторка вот этого. Ну, считайте, если бы так взяли, то тоже было новое. Ну, в принципе, уже хорошо. Я так рандомно беру вообще пакеты. Еще должны быть какие-то редкие миниатюры. То есть там какие-то кастрюли или что-то такое, которые должны в воду опускаешь и меняют цвета. А у нас тут бумага туалетная. Ну, туалетка должна быть протирать. Почему-то все лента, 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 фреш. Но я понимаю то, что это акция в ленте. Но в прошлый раз как-то не было такого. Ну, не знаю. Не знаю, что-то. Что-то да. О, первая повторка за сегодня. За этот выпуск. Это пончик такой. Панчита. Панчита. Что у нас дальше? Пончик опять. Теплый дар. Короче, попробуем сегодня и все. Вскрыть, как вы думаете? Я думаю, не надо мне разбивать на две части. Попробуем сегодня все вскрыть. А может и разбить. Не знаю, конечно, прошлая акция мини-лента все равно лучше, я уже это третий раз говорю, но это все в большинстве случаев скажут, потому что вон та акция легенда была. Вот была бы мини-лента 4, просто легенда была бы живая, а так это, ну, не знаю. Чуть лучше, чем динозавры. Даже не чуть лучше, а гораздо. Просто в трендах, я даже могу сказать, лучше вот это вот, чем те же завры, которые вышли недавно в пятерке. Там пятерочки, то есть там вообще фигня фигней, просто херня полная, я не знаю, там это браслет. А я еще покажу акцию Закея, да, и Закея были замечательные прыг-скокеры или свистолеты, как их там, свистолеты были. А я еще покажу, что Акей выпустил, да, они выпустили акцию, представляете, такой магазин, в котором акции ждешь, когда Металлика выпустит альбом свой новый, тоже долго ждали. И также акцию Закея долго ждали, 4 или 5 лет после той. Она была действительно хорошая, свистолеты просто все собрал. Всю акцию, там коробка была. Жаль, вот здесь не придумали никакую коробку для вот этих. Ну, в общем, это все лирика. Лирика. Как-то мне не выговаривается это слово. Лирика. Ну, вы поняли. Следующий пакет. Честно, мы быстро. 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 Ну, заодно и много вскроем. В общем, такая вот. О, фрутоняня тут тоже новая. Они еще пахнут. Пахнут, кстати, вкусно. Хоть и резиной такой смахивает на токсикоманию. Это я отрицаю, отрицаю полностью. Просто приятный запах резины. Но одновременно и такой токсичный запах. Не советую его долго нюхать и проветривать. Ну, серьезно, как токсикомания, серьезно. Нюхаешь резину эту. Воняет, но не так, не так. То есть выветрится нормально будет. Вот эти вот прошлые, да, они выветрились и уже пахнут, ничем не пахнут. То есть выветривать их детям не надо давать, а то они еще отравятся этой фигней и вообще токсикомания начнет полнейшая. О, новый пакет. Были же вот такие, да, вы видели. Я вам показывал. О, бросил куда этот пакет. В общем, вскрываем следующего. Пока повторок не, а вот и повторка. Авокадо. Да, они еще надевают на карандаш, на бутылку. Пропустим. На ручку еще могут надеваться. Ну, на любой предмет, у которого карандашеподобная форма или ручкоподобная форма. Вот так я могу сказать. Вот тут что-то смотрите. Что-то. Не знаю, нащупать можно кота.
Но его, кажется, прощупывают. И кажется, 4000 на всю Россию, это ну, нереально попадутся многим, даже коллекционерам. Даже и мне могут попасться коты. Да даже кот один. Не коты, что два кота, да, золотых. Следующего. О, походу тут, о, кастрюля. Вот, кстати, вот эта вот редкая вещь, она, помимо того, кстати, ух ты, да, даже можно на веревку прицепить. В общем, помимо того, что она гигантская, резина тут куча наплавили, но одновременно не так, потому что здесь еще и свободное место, но она еще может и... Помимо того, что прицепляться на карандаши, на свои присоски к друг другу, как и просто по поверхности, она еще может менять цвет, говорят. Но это не буду проверять, я думаю, сегодня в выпуске. Ну, может, потом проверю. В общем, вот она. Гигантские куски резины, серьезно, куски резины. Это лучше, чем акции из Икеи, что я вам покажу. Не буду говорить, что там. И Завры 2 в пятерочке. Это просто... Достояние, я не знаю, этого года, но не века. Среди акций гораздо лучше была мини-лента. Прошлые акции, три акции, просто бомбезные. В общем, так. Но эта акция тоже хорошая. Вот что у нас пока выходит. Я думаю, вот так нам стоит это дело вскрывать дальше. Следующий пакет. Пакеты мы вскрываем. И достаем тут повторку. Фрейля. У них еще имена есть какие-то там. Это, по-моему, жарик какой-то. Жарик. Ну, типа жарит. Жарит куры, да? Жопу прожарь. И куру. На меня смотрит, да, смотрит? Смотрит на меня. Своими огненными глазами. Fire and Ice, да? Не, это как-то неправильно звучит. Fire Ice. Ох. Огненные глаза, да. Тобишь, да, если кто не знает английский. В общем, вот так вот. Fire Ice. А вот это у нас шампунь новый, да? Новый шампунь. Ну, кстати, так, кстати, нормально. В принципе, лучше. Этой акции в этом году я не видел. Я не видел в этом году лучше акции. А не видел полностью. Так, следующий. Ух ты, что это такое? Наклеили какие-то наклейки. Лента. Ну, по-моему, дают такие. Наклеили. Бонус. Пакет становится. Может, там золотой кот? Нет. Тут фрутоняня. Повторка еще. Две у нас. Следующий пакет. Пакет. И тут у нас так, туалетка опять. Бумаги много лучше всего брать. Потому что жопа должна быть потертой без говна. Помню. Ну, это естественно. Кто будет с говняной жопой? Ну, пальцем может тереть. Что вы тут хотели? Еще третье, да? Сейчас будем зевку всю собирать, да? Коллекцию пакеты из 8 штук. 8 штук пакетик. В следующем у нас пончики. Опять по повторкам пошло. Но я думаю, остальное оставим им потом. Вскроем еще раз пакет. Давайте. Два пакета вскроем еще. Еще и третий вскроем пакет. 3 пакета, остальные, тут, кстати, поменьше осталось, остальные на следующий выпуск. Там я уже поговорю еще немного, буду обсуждать, какие еще акции в ленте были, немного лирики и, в общем, такого всего. Там в основном разговорный тоже будет ролик, где-то на 14 минут, как сейчас этот ролик идет. В общем, давайте быстренько вскроем эти замечательные фигурки. И ох, что это такое? Должен быть ровно, что-то съехал, да? Плохо, надеюсь, нам попадется повторный. Так вот повторки попадаются нормально. Кто это такой?
Черноголовка Бэйби. Бэйбик его, по-моему, на сайте. Сайт с их именами Бэйбик, да? Бэйбик. Как-то Бэйбик. Скошен Бэйбик. Бабик какой-то. Бабик скошен, а следующий покупку все равно придется вскрывать, потому что предпоследняя на этот выпуск. Опять панчита. Пончики, пончиков много. Пончики вот... Ну, пончиков много не бывает, они вкусные. Поэтому вот... Я думаю, пончики все любят. Особенно полицейские в США и в подобных странах. Там, типа, так, по фильмах всегда показывают и в мультиках. Тоже, типа, полицейский равно пончик. У них еда обычно перекусывают во время своей работы пончиками. Вот так вот. В иностранных странах. Так сказать, ну, в Англии, там, в США. В общем, так. И последний пакет. Золотой кот. Золотой кот. Не, не золотой. Повторка. Что-то сегодня на повторке нас сгоняло. В общем, такая вот коллекция. Пишите в комментариях, что хотите еще. Ну, я завров, наверное... Для пробы, конечно, может, закуплюсь немного и возьму, конечно, 3 пакета, но я сразу говорю, это просто для пробы. Я не буду больше их покупать много, я не буду. Это просто фигня. Особенно их продают, кстати, завров этих, на... не на Авито. Я не на Авито даже не хочу их задавать, сколько там будут продавать их. В самом магазине Пятерочка, в самой Пятерочке, их продают по 70 рублей. 69 вроде как, ну или 80, там, я не знаю, но раньше были тролли, резинки, то есть стирательная резинка, которая любому поколению может сойти, потому что она может стирать карандаш. То есть это даже дядька какой-нибудь может ее взять, и ему пофиг, что там на ней изображено, какая фигурка, к чему это, к какому мультику, сериалу, фильму может. Он видит, это стирает, все. То есть он может пользоваться ею как... стирательная резинка, короче, вот может он пользоваться, стирать, то есть, а для маленьких детей или просто подростков, это прикольные фигурки, там Мстители выходили в Пятерочке, то есть, Завры первые, кстати, были крутыми, прилипалы, но это они взяли идею с Дикси, у Дикси, кстати, тоже прилипалы вышли в 2022 году, вроде как, да, но то, что сейчас в Пятерочке вышло, это не поддается никакому, так сказать, разговору. Это просто ужас, что они тут выпустили. За 70 рублей я должен покупать брелок. Маленький, ну маленький, понимаете? То есть вот это вот, или даже вот это вот, такие миленькие резиночки. То есть их можно вот все коллекционировать, даже повторки можно так скреплять. А... Завры 2, это просто... Кого они взяли? Что им пришло в голову? Надо сделать... такие разработчики Пятерочки думали, что же нам сделать? Какую же новую акцию сделать, чтобы там шел народ? Давайте Завров 2 возродим. Он такой сказал, да, да, надо Завров 2 возродить. А как ты думаешь, какая идея для игрушек будет? Как они будут прицениваться, так сказать? Или даже радовать... или чтобы их коллекционировали, и такой, давай сделаем браслет. Он такой говорит, отличная идея, просто никакие мини-ленты, никакие прошлые наши акции не сравнится с этой. Ладно, в общем, это все лирика, будем про это тоже немного говорить в следующем ролике, когда будем скрывать оставшиеся мини-ленты. В общем, всем удачи и всем пока. Так он смотрит с кадра. В общем. Следующая часть.